Вопросы развития российских моногородов обсуждались на так называемом нулевом дне Петербургского международного экономического форума 31 мая. Центральным событием дня стала панельная сессия «Моногорода. Новые возможности для бизнеса». Эксперты агентства стратегических инициатив назвали 10 лучших моногородов страны. В их число вошло и второй по величине город региона Димитровград. При составлении рейтинга оценивались работа властей, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Привлечь инвестиции димитровградцам удалось в этот же день. Первый проект – создание швейного производства форменной одежды на готовой площадке в индустриальном парке ДААС. Мы подписали соглашение, вплоть до 2021-2022 года будет открытое швейное производство на 1500 рабочих мест с использованием новейших технологий итальянского оборудования. Автоматизированного выпуск продукции будет, выпускаемая продукция будет идти для нужд силовых ведомств. Основной продукцией станет пошив спецодежды для сотрудников силовых структур, одежда для охоты, рыбалки и активного отдыха. Строительство подобного завода означает возвращение в город легкой промышленности. Изначально компания планировала организовать всего лишь одну линейку производства и примерно около 100 рабочих мест. Ознакомившись с теми условиями, которые предоставляет индустриальный парк, и с теми мерами поддержки, которые готовы предоставить муниципалитет, регион и плюс еще добавить федеральные, сейчас рассматривается вопрос уже о таком широком производстве легкой промышленности. Второй проект, который также разместится на территории опережающего социально-экономического развития, это производство автокомпонентов. Российская компания «Призма», несколько лет успешно работающая в Димитровграде, на этот раз объединится с немецким бизнесом. Вместе они планируют выпускать зеркала для легковых автомобилей. Проект мы развивали довольно-таки давно, уже на протяжении 5 лет. Изначально мы планировали осуществить его в течение 10-15 лет. С приходом новой администрации, то есть мы поняли, что мы можем это сделать очень быстро, в течение 2 лет. И вернуть обратно к нам в город производство компонентов. Объем инвестиций в совместное предприятие составит 90 миллионов рублей. По итогам всех этапов реализации проекта будет создано свыше 200 новых рабочих мест. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.